Всем привет! У нас дождь идет, пасмурно на улице. Мы сегодня наконец-то встали в 9. Я более-менее чувствую себя хорошо от того, что я выспалась. И то Фаина проснулась сегодня в 5 утра. Я говорю, ты чё проснулась? Чё смотришь? Смеется, сидит. Но проснулась в 5 утра и говорит, пить. Она говорит, не пить, а па. Говорит, па и гуль-гуль. Да? Ты в 5 утра собиралась? Балда. Она сегодня ходит, смотрит. В веранде дождик, кап-кап, да? Приходит ко мне, говорит, кап-кап. Кап-кап-кап. У меня, как всегда, на фоне слепая. Что еще включать для фона? Третий день. А здесь уже видно какую-то... То ли лягушка, то ли что. Похоже на лягушку. Фаин, она еще не до конца выгрыла. Ой. Походу до конца. Нет, мне кажется, она еще маловато. Ей надо еще постоять. Лягушка. Лягушка какая-то. Она еще не доросла, Фаина. Я думаю. Они же вообще там смотрела видео в интернете большие. Я не могу, постоянно выхожу, любуюсь на свои цветочки. С каждым днем все больше и больше. И эти тоже. Но эти как-то интересно, они из листиков выглядывают. А эти какого-то цвета разного. Посветлее, потемнее. Блин, жалко Фаинка один. Эти тоже. Не знаю, может это просто, что они уже выросли такие. Фаинка, жалко. Сорвала белый. Такой же цветочек был белый, она его оторвала. Мы нарвали огурцов, пока они еще маленькие. А это такой сорт, что они большие уже не это, невкусные будут. Они сразу семенными стоят, потому что вот эти вот, допустим, это уже большой. Их нужно, не знаю, может, типа корнишонов, что ли. Они вширь растут, а не в длину. А вот эти, наоборот, длинные. Ты что, жадная? Огурцы тащила, теперь грязная у тебя. У моей мамы кошка съедает все огурцы с грядки. А у нее сейчас еще и вдобавок котята. А она котят приучает тоже есть огурцы с грядки. Не успевает срывать, они их объедают. Мне пришлось помыть голову дегтярным шампунем. Что-то я забыла купить. У нас все шампуни кончились. Обычно по 100 шампуней стоит. Всяких разных. Ну, мы берем Клеер Витаб этот. И Head & Shoulders. Сьос. Обычно мы не моем голову, потому что у мужа перхоть, сиборея. А у меня, ну, тоже перхоть, но не сильная. Но вот я ему покупала дегтярный шампунь при сиборее. Он им как-то пару раз помыл и все. И он так и стоял. Пришлось мне мыть им. Да? Ну, для профилактики полезно.
Моющее кончилось. Вот уже несколько раз ходила в магазин и забываю купить. Пучка меня кусает. Вот ни с того ни с сего просто подошла ко мне и вот кидается на меня. Что я ей сделала? Вообще, мы когда брали кошку, думали, она ласковая будет. Будем ее тискать, обнимать. Угу. Вообще ее задеть даже, дотронуться до нее нельзя. Не говоря уже просто погладить по голове. Фаин, не надо. Не надо огурцами бить. Видишь, она кусается. Глаза вечно. Фаина сейчас ляжет спать, поспит. Мы пойдем, сходим в Валберис, заберем стекло. Стекло заказывала. Не писи, писюха. Ну. Заказывала там 3 стекла. Идет комплект за около 200 рублей. На улице ливень. Обломала сегодня моя прогулка до Валбериса. Ну, тогда уже схожу 19-го, чтобы сразу стекло забрать и шуруповерт. По лужам идти неохота. Мы пошли на Валберис. Заберу я стекло, пока вроде дождя нету. И зайдем в магазин. Мне нужно купить лук, моющее для посуды. Фаину без подгузника взяла. Не знаю, надеюсь, не напичкает. Идем с Фаиной домой. Мы еще груши купили. Груши, моющее взяла, сахар, молоко взяла. Может, Фаина все-таки распробует и будет пить его. И выбрала себе какой-то коктейль маргариновый. Я по дороге уже поговорила с Колей. Но он мне больше сегодня звонить не будет. У них уже ночь. На самом деле неудобно разговаривать по видео, когда у тебя в руках корзина с продуктами и ребенок еще рядом. Фаина идет как черепаха. Все цветочки рассмотрит. Так, везде цветы. Такая красота. Так, вот защитное стекло 3 штуки. На iPhone 7, 8 SE 2020 года. Я уже такое заказывала раз. Оно мне ненадолго хватает, этих стекол. Все равно они как-то легко бьются, но все же дешево, но сердито. Сейчас открою. Пурчатая пленка сверху. Салфетки. О! Ну да, так же все. Одна влажная, спиртовая, другая сухая. Безворсовые салфетки. Стикеры. Чтобы убирать пыль, можно снять стекло старое ими. Но мне нравится ими пользоваться, очень удобно. Так, это все брехня я отправляла. По-моему, мне ничего не пришло. Или не на это. Много раз мне попадалось таких бумажек, вкладышей. И всего лишь один раз мне пришло, вот 50 рублей, по-моему, мне пришло. Хотя мне покупалось и 100, и 50, и что-то еще может быть. Сейчас дам еще. Фаина конфету просит. Вот, и стекла. Сейчас буду клеить себе. Фаине дала мелки. Бабушка привезла. Это мои старые, я покупала. Ну, я покупала не лет 16, наверное, 17 было для одного дела. И у меня остались в деревне. Ну, рисуй! Рисуй! Вот, смотри. Рисуй тоже. Такие большие. Они как воздушные, что ли, какие-то прям легкие. Смотрите, наше произведение искусства.
Фейн, ты кого на мне виснешь? О! Мелками все подрезарисовали. В общем, не стала я тяпать. Обрезала просто секатором. Ну, длинную. Чтобы более-менее не торчало. Чтобы ногам не мешало. Ну, при том, чтобы было зелено. Сейчас посмотрим, есть ли муравьи. Лазят. Ну вот, кстати, где я рассыпала вот это вот все, вот это вот такие маленькие, это трупы муравьев. Значит, им надо больше отравы сыпать. Ну, помогает. Надо у матери заказать еще отраву. Смотрите наш ужин. Может и не так привлекательно, но очень-очень вкусно. Я обжарила мясо. Яйца кинула. Помидоры в последнюю очередь, потому что я забыла про них. Но Фейна ест яйца с помидорами. Она мясо это не прожует. Да, но и жареное, жирное как бы не надо.